Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Апо. Сегодня в этом ролике у нас продолжается рубрика «Путь читера». Для тех, кто не знает, в рубрике «Путь читера» я открываю разные наборы за накрученные души в конце, когда смогу полностью собрать коллекцию из персонажей, вне зависимости от слияния, я разыграю данный аккаунт среди своих подписчиков бесплатно. А для участия просто досмотрите этот ролик от начала и до конца без перемотки, прожмите большой палец вверх и напишите ваше мнение в комментариях, обязательно. Итак, сегодня открываем золотой набор «Женщина-ниндзя» в честь 8 марта для прекрасного пола женского. Добавили такой вот набор в нашу игру. Внутри данного набора алмазная Джейд из МК-11, алмазная ассасин Джейд, алмазная Джейд Дня Мертвых, алмазная ассасин Китана, алмазная Китана Круга Тени, алмазная Китана Дня Мертвых, алмазная Ронин Китана. Алмазная хищня Мелина и золотые женские персонажи внутри данного набора. А после открытия данного набора мы с вами пройдем у меня на основном аккаунте 200-й обычный бой в классической башне. Устраивайтесь поудобнее, а мы начнем сразу после рекламы. Всем приятного просмотра. Спонсором моего канала является магазин игровой валюты The Apoimco Shop, где вы можете приобрести все услуги для игры Mortal Kombat Mobile, начиная от душ по самым низким ценам среди конкурентов для платформы Android и iOS. Привязка к консоли, покупка боевого пропуска, покупка всех донатных наборов со скидкой для платформы Android и многое другое. Реальные отзывы от клиентов. А если ты перейдешь по моим ссылкам и с моим промокодом в описании, то ты получишь за каждый свой заказ отличные бонусы. Так что дерзай, ссылка в описании. Ну что ж, сразу же открываем первую десятку. Поехали. Первый набор. И это Кобазюцу Таня. Достаем первый раз на данный аккаунт. Ее у меня не было. Отлично. Открываем второй набор. И тут скорбная Китана становится второго слияния. В общем, хороший персонаж для класса внешний мир. Третий набор. И это тоже скорбная Китана становится третьего. Четвертый набор. И Кобазюцу Тани становится первого. Идем дальше. И тут вампирша Мелина становится третьего. Ладно. Шестой набор. Кобазюцу Тани становится второго. И уже идет седьмой набор. Это Мелина становится пятого. Отлично. Качаем женского персонажа. Думаю, сегодня она станет десятого слияния. И достаем первый раз классик Джейд. Первый раз тоже на этом аккаунте. Последние два набора. Тут предательница Таня становится первого и последний набор. И у нас последний набор, это классик Мелина, становится второго. К сожалению, с первой десятки мы не смогли достать алмазного женского персонажа, но думаю, ничего страшного, у нас еще впереди 20 наборов и открываем сразу же вторую десятку. Знаете, на самом деле мне одно кажется очень дико, очень странно, почему в данном наборе нету таких женских персонажей, как Соня Блейд, Кисси Кейдж, Джеки Брикс и Скарлетт. Ну ладно, я понимаю, типа это женский набор ниндзя. А почему тут тогда нету Скарлетт? Или она считается не ниндзя, или что, я не понимаю.
И, кстати, достаем первый раз на данный аккаунт Ронни Китану. Это хорошо. Первая алмазка. Но очень странно. Типа, они не считают, что они, типа, женщины или женский пол, или... Или что, я не понимаю. Дико, конечно, что в женском наборе нету женских персонажей. Ну ладно, я вообще молчу про Синдал. Она сама по себе считается редким персонажем и алмазный вариант. И если сказать золотой вариант Синдал, ее буквально несколько обновлений назад добавили. Поэтому ее тут нету, потому что данный набор у нас очень старый. И это перезапуск того старого набора. Но почему тогда, когда они добавили данный набор первый раз в игру, тогда не добавили других женских персонажей? Мне сейчас это очень кажется дико. А как вы думаете? Пожалуйста, напишите в комментариях по этому поводу. И если я в чем-то ошибаюсь, тоже можете меня поправить в комментариях. Может, я что-то не так понимаю. Ну, все может быть. И у нас еще последние два набора. И тут смотрим, алмазка будет или нет. И классик Джейд становится второго. Кстати, очень полезный персонаж. В свое время, когда ее еще только добавили в игру, ее практически можно было достать везде, так скажу. Романа 13-го, я помню, он сказал, что достал классик Джейд, когда ее еще тогда не добавили, вроде как планировали. И он достал данного персонажа в режиме, получается, заданий. Но если сказать, тут набор очень старый, и персонажи тоже внутри. Ну, вроде как, я помню, из старых с данного набора персонажей Хищную Мелину, она была очень давно в игре, в ранних версиях, получается, ну там Mortal Kombat 1, такая вот версия, она была в игре. Мелина, получается, Китана Ассасин, Холодная Война, Соня Блейд и так далее, вот такие вот персонажи у нас были. Ну, конечно, странно. А, кстати, Дивору, ну ладно, ее не посчитали женщиной, потому что она типа этот, жук получается. Она букашка, да, поэтому не считает ее женщиной. Ну, интересно, интересно, конечно. Скорбная Китана становится седьмым. Отлично, еще 5 наборов. Кстати, я только сейчас понял, что этот набор у нас очень интересный, потому что некоторых женских персонажей именно тут не хватает. Ну ладно, предательница Таня становится третьего, еще 3 набора. Интересно, полагаться, надеяться на алмазного женского персонажа стоит или нет. Это Мелина становится 8-го. Тоже хороший персонаж, против кровотечения можно ее использовать. А вот наша красавица-предательница Таня. Я помню, она была убийцей боссов во всех башнях. Ее использовали каждый блогер и ютубер, которые снимали еще тогда МК Мобайл. И последнего, из последнего набора мы с вами достали Круглые Тени Китану. Тоже алмазный персонаж. Господи, получается, с 30 наборов, 2 алмазки и очень много новых персонажей мы с вами достали в нашу коллекцию. А теперь переходим к прохождению 200-го обычного боя в классической башне. Сегодня хочу попробовать классик отряд, которого я раньше тоже использовал. Данный отряд я советую для новичков. Можете такой вот отряд собрать и попробовать. Моим основным дамагером будет классик Скорпион. У него призыв к оружию, гордость ремесленника и последняя зачашка звезды рестлинга. Моим саппортом будет классик Смоук. У него верь с лезвиями, да низкое силовое поле и каменный жетон. Еще один моим саппортом будет классик Шансун. У него каменные валуны для боулинга, пояс тени и счастливая шляпа разбойника. А таланты для своего отряда я прокачал стойку тигра, защиту стойку сокла, пугающее присутствие, власть Шаукана, искусство щита, усиление Фуджина, призрак и учение Шинока, поддержку, стойку всадника, командочная работа, сосредоточение, медитация,
закаленный организм и кара внешнего мира. У нас тут тактика такая за классик Скорпионом. Он может, когда вы будете использовать первый спецприем классик Скорпионом и достигнете отметки выше 80%, он может вытягивать в бой самого раненого противника. То есть тут, как мы знаем, у боссов есть каменный жетон, который дает воскрешение, и они просто сменяются. Поэтому будем использовать вот такую вот тактику. А классик Смоук нам будет давать сопротивление к негативным отрицательным эффектам, и классик Шансун нам будет постоянно давать хил, когда мы будем использовать наш первый спецприем.
Что могу сказать по поводу боя и отряда? Бой, конечно, один из самых интересных, из неплохих, а вот отряд действительно стоит внимания и стоит реально очень имбовый. То есть, и самое интересное в том, что данный отряд подойдет не только для профи-игроков, не только для опытных игроков и для новичков тоже. Если вы новичок, у вас нету хороших снаряжений и так далее, там эпиков 10-го слияния, попробуйте. Такой же отряд, такие же таланты, только снаряжение можете просто поставить даже блокбрейкер. Поверьте, данный отряд вам обязательно поможет. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Желаю всем мира и добра. Всем до скорых встреч.